К другим темам. Вернулись на родину. В аэропорту Волгограда приземлился первый самолет с отдыхающими из Египта. На его борту также находился и 31 житель Саратовской области. Для иногородних туристов в Волгограде были забронированы 150 номеров в гостинице. В настоящее время все жители Саратовской области уже добрались до дома. Кто-то поездом Волгоград-Саратов, кто-то на автомобиле. По словам представителей саратовских турфирм, люди вернулись с отдыха планово. Именно в те даты, на которые приходится окончание тура. Никто отпуск не прервал. Туроператоры говорят, возможно, конечно, задержки, но не более нескольких часов. Практически со всеми мы связывались, все у всех хорошо. И возвращаются все планово. То есть, если у вас отдых был, допустим, там до 20 ноября, вы возвращаетесь 20 ноября. На тех же рейсах, тех же авиакомпаний, ну, может быть, время немножко сплавает. Но гиды на месте обязательно туристов предупредят. Каждый турист имеет право еще и заранее выехать с отдыха. Ну, допустим, мало ли, он так переживает, волнуется, что вот и в этом случае будет проведен перерасчет стоимости тура. Напомню, накануне Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный запрет для российских авиакомпаний на осуществление авиаперевозок из России в Египет. Следующий самолет с нашими земляками приземлится в аэропорту Волгограда уже 10 ноября. Подробнее о том, как возвращаются саратовцы из арабской страны и что делать тем, кто уже оплатил путевки в Египет, расскажем в ближайшем выпуске программы «Новости РЕН-ТВ Саратов».